Yeah. Листайте варианты, сейчас там найдем. Вот это самое. Вторая у нас есть, а вот эти вот две еще. Она зарезана и раскреплена, чтобы оно не ломалось. Если ставишь выше, уже если будет. Такой вариант, тогда сюда. Плюс подкосит постоянно бывает. Да. Поизвращаемся под Минском. Там закрыто. И ну, там да, можно будет всякие уже ножички можно добавить. Уже и по стаканечке подать. Да. Ну, сейчас мы сделаем две штуки. Короче, низ пытался это. Нормально. Удобно? Конструкция получилась простая и очень надежная. Дерево пропитали льняным маслом в два слоя. В принципе, должно теперь стоять подольше, чем просто сухое дерево. Это на два человека ловочка. Для влюбленных. Короче, для влюбленных. Слышишь, я мудрил, хотел взрывать. Больше стоять же будет. На лавочках, ну хоть на тех возле фонтана, открывают пивные бутылки об лавочки. Угу. Постоянно ломают, ну, а, ты им, сколы. И ты им так, сразу и я сразу вот мы на тросик вешаем эту открывачку, чтобы спокойно открыть там кока-колу, пиво уже. Это красиво, да. Может сразу презервативы тоже комплектовать? А вот это, граждане, тот самый человек, который воплощает все мои безумные идеи в дело. Виктор Владимирович, которому очень большое надо сказать спасибо. Это его вообще заслуга. Мои только, говорю, сумасшедшие идеи, а он все это делает. Пятницу планируем ставить, правильно? А где устанавливаем? Да я, наверное, под универсалом, потому что там лавки опять затянули. Погода сейчас хорошая. Надо лавки вытащить обратно эти. Дима, имею в виду, он один за всю молодежь города отдувается. Повар, значит, вы, давайте, вы. Готовы? Ну, побачим. До вечера. Ну, поставим друг. Так, сейчас надо будет продевать. Работники ЖКЦ первые тестируют все новое. Да. Ну, Дим, затестируй. Скамеечку. Если не покрашены, сразу что-то. Надо, чтобы кто-то потяжелее сел первый. Пробуй все вспомнить, где оно есть. Идея в том, что эти скамейки не тяжелые, поэтому любая компания сможет на этой площадке сама их расположить как им удобно, сгруппировать или наоборот раздвинуть. А идея открывашек просто в том, чтобы не открывали об края лавочки и не портили ее. Теперь просто нет необходимости таскать вот эти вот сиреневые лавочки по всей площади и заносить их сюда под навес, потому что здесь уже будут свои. Друзья, это подарок для всего города от неугомонного Юры Репиха. Поэтому, пожалуйста, не сломайте сразу, пусть постоит хотя бы немного. Там есть специально для любителей пива открывашки, поэтому такая же просьба, не скрутите в первый же вечер. Но это не для пива, это для лимонада. Кока-колы? Да. Мы против распития алкогольных напитков на центральной площади города. Спасибо, Юр. Первая волна комментов, что ты все сделал неправильно. Да, это да. Неправильная конструкция, неправильно расположил и не то место, это и вообще. Жлобство, это все. Пиаришься на скамейках. Вот зададут боты однозначно. Ну, я буду только приветствовать такой же пиар этих ботов. Я обещаю, лично готов помогать всем чем угодно, чтобы допечь Юрию Репиху и ему назло. Сделать проекты, реальные проекты, еще лучше. Если запустить сейчас пилу, то можно сделать планшет из ноутбука. Ты похож на мафиози итальянского. Ну как, удобно? Прекрасно. Еще есть и подушечка. Подушечка, подушечка. Потому что будут бычки тушить вот так вот. Там есть открывашка сбоку для лимонада. Да не надо. Я вот сейчас могу его открыть, плечо. Фиксируй. Даже самая гениальная идея ничего не стоит без ее реализации. 100%.